делается. Тетенька, можно мне тоже что-нибудь покушать, пожалуйста? Маленькую капельку. И мне, говорит, немножко дайте. Дайте мне что-нибудь поесть. Кошки бегают, часто караулят. Осел уже это, что-то там. Пася, они тебе какая-нибудь уши отгрызут. Так они его вылизывают, понимаешь, языком к нему, не зубами. Матрёна, ты что там села? Стесняешься? Что вы там ищете? На яблочки выбираю. Вероника, так куда делся Ося? Я говорю, Саня только что покормил медведей. Ося там караулит, что ему урвать? Так, там ничего вкусного не осталось. И дайте-ка мне следующую мисочку. Матрёха! Че сидишь, стесняешься? Курицу вашу себе оставьте. А говорит, вот а так, вот, буду красться незаметно. Она пить хочет. Нет, она решила посмотреть что-нибудь. Что-то не знаю. Что это дурацкая, как Мария? Чего вы тут? Компашка. Пашка Осина морда. Саня, морда каша. Я же надо снять. Это просто... Тыкву. По тыкве соскучились. Хорошо, что у нас есть. Они регулярно. Я же такой, огород, отлично. Не там что-то попало. Вкусненько. Да. Ося вообще не пропадет. Он. У Вука пойдет поест. У рыси что-то там, но слава богу, крыси мне не подойти, там загорожено. А у Вука он там раз-раз-раз говорит, я тут поем пока. У медведей, у тех, у этих, говорит, нормально, говорит, сейчас я поем. Везде. А свое я потом, ваше мы съем, съедим сейчас, а свое я потом съем, да? Надо ко мне красться. Ку-ку, нос!